Возможность использования сетевого взаимодействия с целью создания профессиональных сообществ. Сильные стороны. Нестабильная социально-экономическая ситуация в регионе. Низкая мотивация педагогов. Участие в организации платных дополнительных образовательных услуг. Школы формируют систему оценки и достижения, обучаем учащимся планируемых результатов освоения общеобразовательных программ. Укажите процедуру внешней оценки, стандартную статую. Для мастерской работы государственная итоговая аттестация и текущая оценка – промежуточная аттестация. Укажите процедуру внешней оценки. Государственная итоговая аттестация. Но мы подумали, опять ранжируют, надо как-то. Школа, реализующая адаптивную основную общеобразовательную программу для обучающихся с нарушением обязательного аппарата, являющихся участником мероприятия федерального проекта «Современная школа» и национального проекта образования. Рабочая группа школы по результатам SWOT-анализа выявила потребность в образовании базы трудовой мастерской по профилю «Швейное дело». Определить ожидаемый результат реализации программы развития школы в контексте выявленной потребности школы. Реализованный комплекс мер по созданию в отдельной человеческой школе условий современной СРО. Это что у нас там?
formando em escola, a mesa da minha era deixa de outra escola para libertar também. A mesa da minha, essa mesma. E Jessica, e a Rayata, a Jess, na Rochina, na Porno, e a Tina Parada. Реализован комплекс мер по повышению квалификации профессиональной переподготовки 100% педагогических работников и специалистов отделения. Ежегодно обеспечивается охват не менее 70 обучающих, получающих образование по адаптивным дополнительным учебно-образовательным программам с использованием обновленной материально-технической базы от общего количества обучающихся. Обеспечен охват 100% обучающихся, осваивающих предметную область технологии по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества обучающихся в данной отдельно общей. Комплекс мер по участию в отдельной организации и условий современной здоровья, сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей. Учителю физики Петровичу. Федоровна, директор учебного заведения дополнительного образования детей с целью поддержки и развития.
si ci manca una persona che non si è scritto, ma mi ha detto che non 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 Okay.
niente, compagniente. Allora, ti dici, mi scatolizzi, sapete, mi dici, mi dirò, mi cos'è che mi asciutto, ci dirò, che ho stranini, postani, tristi. Mi asciutto, come se non si vedesse. Si trovaci. Non ero niente, sì, provvedimi, zareci. Создание банка заданий по математическим грамотам, стоящих часов, срок освоения. Очный курс. Компетенция. Основание основы психо-дидактики. Умение организовать общий срок обучения. Очный курс, онлайн-курс, онлайн-курс. И другого чистоты. Ничего понятно? Ага. Все там надо. Покажите элементы. Которые целесообразно включить в индивидуальный образовательный маршрут. Это маршрут, это... закончено. Дистанционная оценка. Как она включилась, непонятно. Основы психо-дидактики. Еще раз вычитаю все. Еще раз вычитаю. Психо-дидактика. Создание банка знаний. Тренажер, симулятор, совершенствование предметных компетенций. Олимпиадные задачи. Разработка рабочей программы курсов. Неурочных занятий. Методика проектирования реализации внутриурочных конструктор лабораторных занятий. Кин-код какой-то. Ложки. Информация. Методика проектирования реализации внутриурочных занятий по учебным предметам математики. Конструктором лабораторных заданий, тренажер английских, симулятор совершенствования предметных компетенций учителя математики. Разработка рабочей программы курса неурочных занятий по математике. Создание банка знаний. В рамках реабилитации работы с обучающимся классом руководитель организует экскурсии по промышленному объекте на промышленном предприятии с целью знакомства с особенностями профессиональной деятельности инженера. Какие необходимо предусмотреть ресурсы для проведения экскурсии? Корреспондент, финансы, транспорт, групповод, экскурсовод, фотоаппарат. Общеобразовательная организация разработала дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу технической направленности с пилотные летающие аппараты для обучающихся 10 класса. Для реализации посредством сетевой формы
школе требуется укрепить программу инфраструктурным и кадровым ресурсом. С каким партнером общеобразовательной организации целесообразно заключить соглашение на сетевую форму организации образовательной программы ОСПИ? Центр непрерывного профессионального мастерства педагогических работников, педагогический технопарк «Кванториум», беспилотные сетевые формы, Кванториум тоже. Так. Анна Федоровна, директор колледж, организовала техническую модернизацию сайта образовательной организации. Какая информация должна быть размещена в подразделе документов специального раздела «Сведения об образовательной организации сайта образовательной организации»? Консультации для родителей обучающихся. Отчет о результатах самообследования. План по проведению профессиональных мероприятий. Аудита информационной среды школы была выявлена недостаточная подготовленность родителей, законных представителей по вопросу кибербезопасности детей. Короче, какие мероприятия могут быть включены в план работы образовательной организации для повышения информационной компетентности в сфере кибербезопасности детей и родителей, законных представителей? Регулярно размещать социальную рекламу по обеспечению кибербезопасности на видеорекламах в школах, разработать и реализовать совместный осветительский проект с командой власти в целях повышения информационной культуры несовершеннолетних курсов, разработать для родителей законных представителей индивидуальную общеобразовательные маршруты по основам кибербезопасности детей, выявить дефициты родителей и законных представителей путем проведения тестирования. В обществе организации дополнительного образования ВКонтакте разместили публикацию с онлайн-голосованием за лучший результат. Покажите, какие
є стрій необхідно підпинять адміністратору ефемеру сообщества для мотивації аудитории голосования. Пригласить голосованием для новых родителей крутить региональных участников с помощью активировать подписчиков с помощью навести анонимный аккаунт зрителей и сделать рассылку участников. Мониторинга деятельности органа местного самоуправления. Осуществляющих управление в сфере образования учитываются показатели по следующим направлениям деятельности. Показатели качественного образования, показатели организации рабочих процессов, мотивирующий мониторинг.
Oggi qui a New York trasmissione adesso. Союзничество между государствами заключается
стратегийная поддержка помогает улучшать уровень жизни, развивать торговлю тонкими знаниями и опытом в различных сферах. Жизнедеятельность в России успешно развивает сотрудничество с широким кругом иностранных государств. Выберите наиболее точное дополнение основной смысл занятия. Определение общих намерений и в современной деятельности на благо государств и народов. Определение общих целей и взаимной поддержки и достижение этих целей безопасности будет лучше людей. Определение общих целей взаимной поддержки, достижение этих целей мира, финансового благополучия, развития, сотрудничества. Расположите в хронологическом порядке этапы урока к общей методической направленности. Расположите в хронологическом порядке этапы урока к общей методической направленности. Открыть картинку новой вкладки. Это актуализация жизни. Индивидуального затруднения пробным действием. Этап первичного закрепления с проговариванием по внешней речи. Этап включения изученного в систему знаний. Этап включения изученного в систему знаний. Этап первичного закрепления с проговариванием по внешней речи. Этап актуализации и фиксирования индивидуального закрепления пробным действием. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Ничего. Подростковый танцевальный коллектив одного из городов успешно прошел отборочный тур и был приглашен на всероссийский фестиваль в Москву. При участии фестиваля организованная группа детей, состоящая из 4 человек, добирается до места проведения фестиваля железнодорожным трассом в течение 2 дней. И что? Какие требования предъявляются к организации поездки указанной группы обучающихся? Вместе с обучающими едут 2 сопровождающих. В поездке будет организовано горячее питание. С группой обязательно едет медицинский работник. Вместе с обучающимися едут 3 сопровождающих. Каждому ребенку необходимо иметь медицинскую справку об отсутствии контакта с инфицированными больными. Тик. Администрация образовательной организации готовит информацию в буклет для родителей с целью освещение информации о деятельности общественных объединений. Сообщите название обязательного информации в буклет для родителей с целью освещения информации о деятельности общественных объединений. Сообщите название общественных объединений и реализуемый им проект. А как мы это можем сделать? Общероссийской общественной высказывание проявления детей
имела тоже движение вверх. Эко, рет. При просветительский макфон знания первые. Лучший гид России, общероссийская просветительская организация Российского общества знаний. Всероссийская общественная организация Русское географическое общество. Руководитель образовательной организации организовал регистрацию педагогов на информационно-коммуникационной платформе «Сферу». Процесс регистрации педагогов сопровождает ответственный сотрудник администрации, назначенный приказом руководителя образовательной организации. Действия необходимо совершить администратору для регистрации педагогов на платформе. Администратору платформы создать уникальные логины и пароли для каждого участника. Зарегистрировать каждого педагога с рабочего компьютера. Регистрация для доступа к платформе не требуется. Направить ссылку приглашения от администратора для самостоятельной регистрации педагогов. Процесс регистрации педагогов сопровождается ответственным сотрудником администратора, назначенным приказом. Ссылка приглашения к администратору самостоятельной регистрации педагогов. Жизнь как большой урок, почему человеку придется осваивать несколько профессий на протяжении жизни. По материалам статьи Д. Манут. Такие утверждения соответствуют содержанию статьи. Отметьте все верные варианты ответа. Программа переподготовки по мнению специалистов призвана обучить работника новым профессиональным навыкам в соответствии с потребностями компании, а также способствует реализации его карьерных устремлений. Кризис рынка труда обусловлен не только появлением новых профессий, но и значительными изменениями во многих традиционных видах профессиональной деятельности. По мнению специалистов, в современном мире многие люди должны осваивать несколько новых профессий на протяжении жизни. Трансформация рынка труда будет происходить постепенно и как потребует значительных финансовых вложений, а также изменения отношения людей к необходимости обучения на протяжении всей жизни. Именно изменения в рабочих процессах вследствие пандемии спровоцировали кризис глобального рынка труда и привели к великому увольнению.
difendo le tecnologie, questo doppiaggio. E sto incrosta, e lo cito in formazzo, credo, anche fanno, ma infografiche e libri che mi hanno autoridegno. Ma sacro, con tutto il tavolo fuori il doppiaggio, se li spogliono internet a organizzarsi. C'è il suo uomo, si sposò internet e rimiscendo a casa. La mia cadena di tavola, il sesto organizzativo, mi sposò internet e rimiscendo a casa. Organizzazione di tavola. C'è il suo uomo, organizzazione sposò internet e rimiscendo a casa. Mi tavola e questo scicato. Organizzazione di quello intermedio di missioni svegli a tavolo, questo cercato tra il campo. Ma è attacco a voi che voi, e riuscito, ma è attacco, si vede una patria mister all'inizio del tavolo. Non sto io smorto di usare un orso in marzo. Le smissioni a Zaccaro, ma mi accoglie in un tavolo. Vedi a tavolo, si, patria mister si vede una organizzazione del tavolo, quando sto stavolando il tavolo. Struttura modernizzata e attaccanizzarsi. Ma che regina sarà ora contenta, ma la regina sarà un giorno oggi. Ospiti. Mi giungo a saprato. Solo che di presenta pensarsi e spavolgi di un piccolo e voi vi ricevierne l'ultimo ritieni. Solo che di presenta pensarsi internet la trasmissione sui a tavolo a rete per cosa tipo che usano e si vede solo cagli grazie a tavolo e questo scicco solo cagli trasmissione da casa che ne accadiamo in tavolo a rete questo scicchi. Non ci basta, ci vuole sforzare con il tavolo.
just because of the different direction that I want to put in the world. It's the most important time that I've seen is any of the results. Just so because of the different direction is any of the world, especially that. So, yeah, and that's the kind of thing that I put in the world. So, I eat a lot of every single cup of opportunities. Not there is any pressure, not what we look here to see us, not everything's all content. But I think we still have the most of the world. Say that all of us are Chicago, treasures, who? Двери выпускного вечера классные кладители с читателем родительского иначе выбирать поставщика, который заказывает 15 наборов выпускника. После 22,5 часов кропотливой работы они выделили 3 компании и коммерческие предложения свели в таблицу. Какова будет минимальная стоимость заказа? Ответ: запишите в виде числа без наименования. Это что, считать надо, что ли? Какова будет минимальная? Компания Альфа, компания Бета. Минимальная. Ну ничего себе, мы так не договаривались. Где эта штучка? Вот эта штучка. Минимальная. Ну ничего себе. Минимальная. Что это плата? Ага. Так. 295. Лента. Представите мои 15 наборов выпускника. Мы там выпускника в рублях. Значит, выбирать по своему картину 15 наборов выпускника. Это нельзя. Нельзя так вот. У этого заказать подешевле, а потом у этого. Они 15 закажут. Медаль выпускника в рублях. Компания готовый набор выпускника 760. Какова будет минимальная стоимость заказа? Символ выпускника.
Не дай его скинка. Ладно, это все мы будет на основе. Так, значит. 200. 200. 295. Низкопрочные вообще-то есть понятие такое. Низкопрочная резина для лучшего сцепления с дорожным полотном. Может быть. Стиль катания. Жесткость, диаметр, профиль. Диаметр, профиль, круглый, или
практически пробовал. Беговые. Спиц, окей. Да. Если при высокой скорости, чем больше вес человека, тем мягче должны быть колесики, иначе износ произойдет быстрее. Выбор жесткости колес не зависит от покрытия, в котором планируется ездить. Тоже диаметр жесткости. Критерии качества материала, эллиптическая форма. Выбор жесткости колеса не зависит от покрытия, по которому планируется ездить. Так не зависит. Различные варианты катания на роликовых катках, на сверном воздухе, роликовые ролики следует проходить очень сильно. К нижней части ролика появляются особые требования, которые зависят от их наверности, настойкости и долговечности. Основной критерий качества материала, из которого они изготовлены, только полиуретановые колеса будут служить только. Устойчивость роликовых коньков также имеет большое значение. Устойчивость зависит от профиля колесик. Чем больше оно закреплено, тем более устойчиво будет чувствовать себя на дороге катающийся. Эллиптическая форма позволит совершать маневры, которые способны выполнять подсмены во время застоя. Но устойчивость также влияет на колесико. При большом диаметре и поверхности соприкосновения с асфальтом больше, поэтому и устойчивость роликов больше. В зависимости от стиля катания к роликам колесам предъявляются соответствующие требования. Инструменты в порядке роста возможного дохода. Вначале для граждан МИНом было принято решение о начале инвестиционной деятельности. Были рассмотрены следующие варианты размещения 1 миллиона сроком на 3 года. Решение о начале инвестиционной деятельности были рассмотрены следующие. Это размещение 1 миллиона сроком на 3 года. Полюбите инвестиционные инструменты в порядке роста возможного дохода. Вся сумма была размещена на вкладе под 9,5 годовых на 36 месяцев.
крик, обезличенный, металлический счет с доходом 20% на весь период. Размещение денежных средств со временем. Порядки роста возможного дохода. Порядки роста. Роста. Кричат от малого роста до великого. Приобретено живое помещение с последующей сдачей в аренду за 8000 рублей в месяц. С учетом M3 8000. Это не серьезно вообще. Они что, охренели, что 8000 в месяц? Он же говорит, что в Москве 50 тысяч минимум. Минимум 50 тысяч сдают. Минимум. На 50 тысяч. За 50 в месяц. Вся сумма была размещена на вкладе на 36 месяцев. 36 месяцев. Это как раз 3 года. 9.5%. 8 тысяч умножить на 36 месяцев. 8 тысяч умножить на 36 месяцев. Чего месяцев? Месяцев, месяцев, месяцев. Это живое помещение с последующей сдачей в аренду. Последующая сдача 36 равно 388. Но живое помещение-то остается. Остается живое помещение. Потому что доходность-то это будет повышаться арендная плата. Будет же повышаться, будет. И это вот никуда не делось. 3 миллиона-то никуда не... вот они, в виде недвижимости. Хотя не знаю, что это за помещение, которое сдается. Вот это. Вот, вот здесь вот 20% за весь период. Что это за сраное помещение? Ну, я не знаю. А если оно сгорит? Если так, то оно просто банально сгорит, это помещение. 3 миллиона чуть-чуть. Мы заработаем на это всего лишь 288 тысяч из 3 миллионов. Но сейчас он была размещена на вкладе от 9,5%. От 9,5%. 3 лимончика. Плюс 9.5% Тик. А там есть 288. Так. Значит, аренда. Это автомат. Так, здесь у нас что? Есть 20% на весь период. 20%. И это мы еще одну штучку сейчас забываем. Размещение денежных средств в рамках
Разнившись 600 тысяч рублей, или погибьте банки по 4% годовых с ежемесячной капитализацией. Оставшиеся 400 тысяч рублей обещаются на индивидуальном инвестиционном счете без пополнения с доходностью от премиума 5%. Учета ежемесячной капитализации. Может, это больше будет. Кто его знает? Никто не знает. Не знаю. Миллион, где-то.
До новых встреч в эфире «Коммуникативная грамотность».